Максим, слушай, а может зайдем перекусить куда-нибудь, там, не знаю, есть одно хорошее местечко, очень вкусно готовят, классный ресторанчик. Лиза, я не любитель всяких новомодных ресторанчиков, но ничего не может быть лучше вкусной домашней пищи, ну согласись. Я тоже за домашнюю пищу, конечно, и я сама просто обожаю готовить. Могу и тебя побаловать чем-нибудь вкусненьким? Побаловать? Ну я не понял, что у тебя есть. Слушай, я бы... Я рассчитывал на свое гостеприимство. У меня не можем заехать, но мне нужно заехать. Ну хорошо, хорошо, я понял. Мы завтра уйдем с супермаркета. У меня все есть. Все есть. Поедем ко мне. Окей. Хорошо.